Испытания силы и духа. В загородном лагере на Робском озере прошли сборы добровольных студенческих спасательных отрядов. 7 команд из различных вузов региона продемонстрировали навыки поведения в условиях чрезвычайной ситуации при пожаре и на воде. Также ребята состязались в умении оказать первую медицинскую помощь. Организаторы провели более 20 различных этапов. Новым для участников стало испытание под названием «Угроза суицидом». Статист, врач-психиатр играла роль человека, находящегося на грани самоубийства. Команды должны были применить психологические приемы и девушку от рокового шага отговорить. Для каждой команды своя легенда. И эту легенду в ходе переговоров, разговора должна узнать команда и найти какой-то ресурс у этого человека и перевернуть эту ситуацию на 180 градусов, чтобы человек нашел смысл жизни и чтобы он нашел смысл жить дальше, чтобы он перелез обратно в квартиру, положил нож, нашел себе силы.